теперь увлекаешься, да? Это тобот, да, Егор? Тобот? Робот. Может, помочь тебе, Зай? Егор, а где человек-паук? Значит, у нас Спайдермен, Вурдон и Трансформеры, да? Подарок колочок, бей! Папа! Отлично! И сейчас будем делать карапузы с вот этим карапузом. Челюшка! Олег! Вот. Позвольте, ваш мальчик, да? Знаете? А я расскажу. Это традиционно у нас получается. Но в наших сильных мужских руках находится нежный мужский мужчина. Не надо мужчиной. Беремся за верхнюю часть ушей, потому что мы будем тянуть именно за них. Нам не нужны слоны, нам нужны только эльфы. Беремся за верхнюю. Такой слон активный. Или так много. Такой. Итак, давай, Саня, подходи. Итак, смотри. Задача свой. Задача поворачиваемся в эту сторону. Сейчас твоя задача взвернись все имя. Я буду говорить часть тела, тебе нужно активно ими двигать, а ребята будут стрелять. Поймай! Поймай! Аккуратненько стирай. И хотя кажется, именинник. И сейчас я прошу. Сейчас нам нужно уже пару шагов назад, пару шагов. Итак, пройти на пустыню, а потом пройти на потолок. Потолок еще будет задевать. Все понятно? Ребята, не слышу? Какие там чаты? Не слышу! Да! А ты вообще можете? Да! Еще громче! Да! Отлично, я. Там летучие машины, руки не знаю, куда быть. Так. Обозначаться вот этой.